Привет, ребята, всем здравствуйте и добро пожаловать на Стримчанский. Добрый вечер, доброй ночи, доброго времени суток всем. Всем приятного просмотра. И сегодня у нас второй стрим в 2023 году. Всех, кого не успел поздравить еще раз с Новым годом. Вот. Там Рюта только что прислала видеосообщение, как поздравляет нас с Ирочкой. Рюта тоже с Новым годом. С Новым годом, хорошего вам отдыха там в баре с подругой. Обалдеть, блин, там сидите, это огромные кубки с зеленой жидкостью. Очень странные, как будто, знаете, это какой-то бар Гарри Поттера, и там наливают какую-то волшебную штуку. Самое главное, чтобы это не оказалось той волшебной штукой, про которую я думаю, потому что иначе вы очень сильно болеть будете, а это не круто. Вот. Поэтому не болейте, не начинайте год с болячек, пожалуйста. И вот. В общем, всем, кто сейчас отдыхает, всем, кто что-то пьет до сих пор, приятного вечера, приятного вот всего-всего вам. Привет, ребята, привет. Забегайте, пожалуйста. Так, что я хотел сказать? Мы сегодня во что будем играть? Мы будем играть в игру, которая не вышла еще. Это какой-то плейтест. Я не знаю, сейчас в Стиме, кстати, очень популярно стало давать доступ, ранний доступ тем, кто захочет его иметь. Тем, кто захочет поиграть в этот ранний доступ. Подожди, меня слышно? Да, меня слышно. Обалдеть. Опа, стопэ. Так, алло, алло, прием. Прием, слышно, нормально. Вот. И, в общем, вот эту игрушку дают, дают как ранний доступ. Чат не видно, я в курсе. Сейчас все включу, ребят, простите, пожалуйста. Я тут немножко с настройками лазил, не знаю, поможет или нет избежать всех этих лагов, но судя по тому, что сейчас творится с битрейтом, лучше его понизить немножко. Пусть качество будет чуть-чуть похуже, но битрейт хотя бы у вас подгружаться не будет. Вот, так, где там чатик наш любимый? Подождите, вот он, все, видно, теперь все должно быть видно. Короче, игра называется, а как она называется? The Ninth Charnel, я не знаю, как переводится Charnel. Но тут что-то, короче, девятый чарнел, не знаю, что это. Думаю, будет интересно, думаю, будет весело. Игра выглядит очень круто. Вот. Ну, а если она будет очень короткой, там, знаете, прохождений только одно прохождение есть на Ютубе. Если она будет прям сильно короткой, то мы поиграем еще во что-нибудь. Вот, но то прохождение, которое полное там есть на Ютубе, оно длится около 2 часов. Поэтому не знаю. Не знаю, как пойдет, как получится. Что тут летает, какая-то штука? Что за хрень? Так, подождите секунду. Теперь мне нужно включить Ирочкин. Точнее, дождаться, пока включится Ирочкин компуктер. Вместе с всякими ютубами, чтобы читать чат. Вот. Здрасте, с Новым годом, ребят, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем. Вот, вы там усаживайтесь, ладно? Мы будем тусить в доме дьявола, я так понял. То есть первая глава. Простите. Первая глава этой игры называется «Дом дьявола». То есть мы здесь будем в доме. Не знаю, будут ли знакомые какие-то коридоры, знакомые там какие-нибудь что-нибудь штуковины, но вот выглядит очень хорошо все, поэтому имейте в виду, что, возможно, скорее всего, будет интересно. Вот. Всем приятного просмотра. Давайте в игру заходить. Долго мы тянуть не будем. Я очень надеюсь, что у меня ничего лагать не будет, что нормально она оптимизирована, что вообще у меня в игру зайдет. Вот. Так, секунду, сейчас вам игру эту выставлю, чтобы вы ее видели. Отлично, все, игра есть. Игра есть? Спасибо тебе, с Новым годом, здоровья, всего самого замечательного дня. Дня? Всего самого замечательного дня? Спасибо. 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 Так. Ой, надеюсь, не лагает. Ну, вроде не лагает. Хотя... Или лагает. Бляха. Так, давайте я настрою разрешение, чтобы разрешение было нормульным, чтобы точно ничего не лагало. Shadow quality high, все это high. Frame rate... Что это? Пусть будет 140. Foliage quality... Все это вот так вот сделаем, применим. Посмотрим сейчас, как будет. Ну, мышка вроде нормальная. Не, ничего не лагает. Мышка нормально крутится, все нормально вертится.
Стрим мутится. Вот. Всем привет, ребята. Ребята, еще раз, эта игра еще не вышла, выйдет непонятно когда. Но сейчас всем, кто захочет по названию, можете посмотреть. Можете, короче, посмотреть этот, как его. Посмотреть по названию в Стиме, вот, и, возможно, ну, то есть вам тоже дадут в эту игру поиграться, если кто хочет, вот. Тут есть фидбэк-форм, то есть вы можете отправить, короче, разработчикам то, что вам понравилось, то, что не понравилось. Менюшка прикольная, очень прикольная. Добрый вечер, Ирочка, как дела? Как жизнь, чем занимаешься, что делаешь? Привет вам всем, Юрий, приветики. Том крутится, лавешка мутится. Ну, где-нибудь, но... где-нибудь. Ну и хорошо, пусть мутится. Шушунь, приветики. Conjure Image, приветики. Маруська, приветики. Пиксель, привет. Походу, цифра 9 — это как число кругов ада по Данте. Да, я тоже об этом думал. Я не тупой. Да. Угу. Так, звуки у нас есть. Как настроение? Настроение хорошее, спасибо большое. Вот, я надеюсь, у вас все хорошо с настроением. Ой. Так, ну что, у нас тут 50 человек уже на стриме, я думаю, можно начинать. Я думаю, сегодня прям долго тянуть можно, не тянуть, точнее, можно начинать новую игру. Томсик, что подарил Ирочке на НГ? Ой, а вам все расскажи, ой, а вам все покажи. Как Новый год прошел? Хорошо, Никита, мрачная заставка, это да, Джонни. Все, я начинаю новую игру, посмотрим, что кого, посмотрим, как пойдет, если все понравится. Короче, можете лайки ставить, если хотите, конечно. Вот. Делаешь печеньки? Ух ты. А, я сижу, играю. Ну, еще не играю, вот сейчас буду играть. Да, вдруг скоро... Эй, ну, Ирина, ну вы что? Вот что это вот такое? Что это за сообщения такие? Что это такое? Не надо сообщений таких вот. Зачем? Ну вы что? Все, давайте вернемся к игре. Девятый Чарнел. Чарнел, это, судя по всему. Том Бяка, покажи видос с поздравлением с НГ ВК. А, Рюта, ну... ладно, окей, я покажу. Но вы там даже не всех поздравили. Может, вы еще раз тогда перепоздравите всех? То есть весь чат. Вот тогда будет круто. А так вы же нас сырочкой поздравили. А мы вам сказали спасибо большое. Вот. Вот давайте вот теперь вы весь чат поздравите, Рюта. Вот точно так же, только весь чат. И вот я думаю, вот тогда все будут рады прямо. Прям вообще будет круто. Артур, привет. Ну а что, круто же было бы. Ну да, ждем. А, fuck off! Так, все, давайте я пока в игру зайду. Рюта, если... Без проблем. Если созреете с видосом, то, пожалуйста, пожалуйста. Ребята, значит, вот от нашей... одной из самых активных зрительниц на Ютубе скоро поздравление вам придет. Только не пугайтесь большого стакана. И, Рюта, не показывай весь стол. Я имею в виду крепкие напитки, ну, чтобы не было там всяких проблем. А то вдруг там всякие эти алкоголи, там нельзя же вот это много показывать, короче. Вот. Лучше себя, лучше вот от души. Вот. Все, ребят, 62 человека, давайте заходить. Новая игра, посмотрим... В смысле, лог гейм, new game. Посмотрим, что это такое. Система автоматически сохраняется, когда вы достигаете чекпоинта. Окей. Том, давай не болей, сопельки подбери, закапайся, поправляйся, пора уже что-то сделать со своим носом, вылечить его для начала. Спасибо, Юрий, большое. Все, не болею. У меня, на самом деле, не нос болит сейчас. Небольшая температурка есть. Ой, а что так лагает? Опять. Лагает или не лагает? Анастасия, привет. Смотрите, там кого-то жгут. Видимо, ведьму какую-то. Был видос из машины, как будто. Лагает пипец. Что за дерьмо с этим ноутом, я не знаю. Вроде вот все прям так хорошо. Вроде ничего вообще не лагает абсолютно. И ноут рассчитан на то, чтобы на нем кодировали. И видосы делали.
и все на свете. И играли еще при этом. Но что так подлагивает, даже не знаю. У меня, если что, сама игра вообще не лагает. Нисколько. Она настолько плавная, что я даже... я не знаю. Вот, то есть она вот плавная, прям как мои бедра. Понимаете? Вот. Вот насколько плавная эта игра. Очень красиво выглядит все, конечно же, но давайте настраивать. Потому что так не пойдет. Давайте поставим Medium Motion Blur, отключим Foliage Quality. Давайте еще ниже сделаем. Очень надеюсь, что эти настройки ставятся нормально. Посмотрим. Я вижу, что лагает. Лагает все равно. Так, а что лагает? Понятно, кодировка перегружена. Попробуйте понизить настройки. Ай, бляха-муха. Так, ну тогда далеко не уходите, чат. Сейчас я все это, как его, я все настрою, и мы с вами продолжим. Хорошо, это будет очень быстро, далеко не уходите. Так, алло, прием. Как слышно, прием. Все, мы снова в игре. Вот сейчас... О, кстати, лагать сейчас не будет, походу. Сейчас будет очень даже хорошо. Ну, по крайней мере, по режиму паузы это видно, что сейчас все будет нормально. Так, ну давайте продолжим, попробуем. Че кого? Ну, вроде поменьше. Что со звуком не так? Все норм вроде, хорошо. Все нормально? Но все равно как будто как-то не гладко. Или это кажется? Есть звук. Все, хорошо. В общем, все, ребята, мы в игре. Может, давай тогда перезапустим, чтобы... Господи, боже мой! Нанадошек, с Новым годом. Помню, как я проснулся под вечер 1 января. И что? Ты проснулся под вечер 1 января и было плохо? Никита, спасибо большое за 50 рубликов. Спасибо за поддержку стрима. Спасибо огромное. Все, тогда мы что, мы продолжаем, получается? На каком движке сделана игра, понятия не имею, там не показалось, но я думаю, скорее всего, наверное, какой-нибудь Unreal, как обычно. Вот, у нас, короче, смотрите, можно сюда пойти. Ну, а, нет, сюда нельзя пойти, да, это Unreal, игра сделана на Unreal. А можно пойти в эту пещеру и посмотреть, что будет там. Давай зайдем. Посмотрим, это что такое? Какой-то... Подожди, ее как будто можно перемещать. Так, я что-то взял. Какую-то бутылку. Ее можно использовать или бросить. Если будут какие-то лаги, если будет немного фризит. Ну, я уже ничего поделать не могу, ребят. Вот честное слово, я пока ничего не могу поделать с этим. Нужно, видимо, более детально разбираться с настройками, но... Короче, пока не могу. Так, здесь нужен какой-то ключ, чтобы это все открыть, дерьмо. Окей. Но куда нам дальше пройти? Нам же никуда там... Дальше же нельзя пройти. Может, это и есть ключ? Хотя не похоже. Ладно, а может нам вернуться в таком случае? Короче, начали мы не с дома с вами. Хотя, вроде как говорилось... Откуда тут свет поведет вообще? Блять, руки висят. Ой, смотрите. Открылся проход, а там что-то красным светится. Тоже нужен ключ для того, чтобы это открыть. Только вот что это такое, непонятно. Может, сюда залезть можно? Нет, нельзя. А покрутить эту шнягу можно? Используйте ключ, чтобы открыть. Ясно, понятно. Хорошо, Рюта, хорошо, давайте я покажу, но... Давайте я покажу. Блять! Молодец! У меня ВКонтакт, я не могу войти с компа, с этого, с ноута, я сейчас покажу. Блять. Короче, это не подстава никакая. Я правда... Сейчас, секунду. Я правда не могу здесь войти ВКонтакт свой. Я не знаю, почему, я многое уже что перепробовал. Там через телефон нужно заходить. У меня сейчас проблемы с этим телефоном. Но я могу включить и показать в камеру. Я могу включить с телефона и показать в камеру, чтобы вы понимали, вот, что
Короче, ладно. Ладно, давайте быстро уже я покажу, а то Рюта хочет так поздравить весь чат, ребята. Весь чат хочет поздравить, поэтому давайте, давайте и вы, Рюта, тогда поздравите тоже. Хорошо, сейчас подождите, подождите, сейчас, секунду. Окей, Спирит. Окей, спасибо большое. Спасибо, дружище, за 1000 рублей. С Новым годом. С Новым годом. Все, кто в чате. На конфетке. Спасибо, Спирит. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо за 1000 рублей. Спасибо, большущее-пребольшущее. Спасибо. Спасибо большое. Вас тоже с Новым годом, с новым счастьем. Лучше бы себе конфеток купили. Спасибо. Но конфетки вам тоже же важно. Ну, типа, я, например, конфетки не ем. Практически. Хотя я люблю сникерсы, так что пусть это будет на сникерс. Спирит, спасибо большое. Спасибо еще раз. Огромное-преогромное спасибо за поддержку Стримчанского. Итак, давайте я быстро покажу поздравления Рюта. Хорошо. Я думаю, вам всем приятно будет. Секунду. Я не знаю, видно вам что-нибудь или нет? Видно? Бля, очень плохо видно. Ага, так. А звук-то будет идти? Сейчас, подождите. Очень весело у вас там, Рюта, судя по всему. Простите, что с телефона я правда не могу зайти в контакт отсюда. Если вы, кстати, заметите, что все анонсы стрима ВКонтакте я делаю с телефона, потому что я с ноута почему-то не могу зайти. Рюта в какаху, ну еще не в какаху. Скьёль, ты чё, это нордские девушки не напиваются в какаху, перепьют любого парня, так что вот. Спасибо, спасибо большое, спасибо за поздравления, вас тоже всех с Новым годом, ребята, с Новым годом тех, кто отдыхает, хорошего вам отдыха, Рюта, спасибо большое за поздравления, Спирит, спасибо большое за 1000 рублей, спасибо вам огромное, ребята. Ну, а я думаю, что нам стоит продолжить. А где твой компуктер? Мой компуктер в Казахстане остался. С собой я его привезти не мог, потому что не мог. До слез, до глубины души. Ну, с Новым годом, с Новым годом. Как отпраздновал? Хорошо на коте. Итак, ладно, давайте продолжим. Может, нам нужно вернуться назад? Ой, смотрите, у персонажа есть тело, есть руки, есть ноги, и причем, знаете, игра очень хорошо оптимизирует... Я не знаю, почему она у вас лагает. Это прям ужасно. Блинский, блин. Рюта, так ты не ответила, что вы пьете? Что это такое зеленое? Не абсент ли? Если так, то его там очень много. Аккуратней. Мне кажется, на полу что-то нужно найти. Пожалуйста, подожди. Equip. Equip the key to unlock. То есть нам нужно... нам нужно ключ надеть, чтобы разблокировать эту дверь. А может, все-таки вот эту штуку надо взять? Может, ее надо взять и с собой пойти? Или, может, тут есть ключ? Бляха. Так, непонятно. Точно через телегу можно же показать норм. А в телегу я тоже не заходил. В телегу я не захожу с ноута. Просто, там, я не знаю почему даже. Но мне типа, я с телефона всегда сижу. Блин, если хотите, я могу потом после стрима продублировать это поздравление в группу ВКонтакте. Вот так вот можно сделать. Вот. Ну а пока, ребята, давайте вернемся к игре, хорошо? Все-таки у нас игровой стрим, все-таки нужно немножко не нордские, а скандинавские. Мне нужно много выпить, чтобы быть хотя бы пьяненькоц. Ну, судя по тому, что по клавишам ты уже не попадаешь, Рют. Я шучу, если что. Я шучу. Мне кажется, нам надо сюда. Вот я не знаю, вот жопой чую, что нам надо залезть сюда. Может, на какую-то кнопку?
Подожди, а что за вода? Так это ключ, походу. О, смотри, что-то, да, точно, что-то происходит. Что-то происходит. Бухал на НГ Том. Ой, что-то где-то открылось. Это внутри, походу. Это где-то внутри, друзья. Так, а можно я быстро с телефона посмотрю, как работает стрим? Потому что... Так, секунду. Так, посмотрю, как работает стрим, ну, чтобы к этому уже не возвращаться, хорошо? Вообще, хотя нет, ладно. Я думал, может, начать эту игру типа сначала, чтобы вы увидели кат-сцену и все на свете, но я думаю, потом, если что, перемотайте. Так, подождите. Все, так, теперь, 60 FPS врубили. Все, теперь я бегаю, кручу камерой, смотрю. Ага, ой, как темно. Так, блядь, в смысле 480? В смысле 144? Ну. Заебись. Ух ты, блядь. Ох ты, блядь. Ух ты, приколюха. Нормально, проверка связи. Короче, я... Скажите, пожалуйста, ребят, сильно лагает или нет, или терпимо? Заебись или хуёво? Нормально. Ну все тогда, все, тогда продолжаем. Смотрите, тут какой-то тип. Мы, видимо, выдвинули его... Ага, так, тут можно пройти сюда. И у него в руке ключ, смотрите. Мы его выдвинули откуда-то, хер пойми, откуда тут не было... Тут не было места, чтобы его выдвинуть, но он откуда-то, короче, появился. Ключ я взял, отлично. Теперь нам нужно пойти и вставить его вот сюда вот. Скорее всего. Так, это какой-то розовый ключ. Вставляем. Ключ вставили. О, господи. Катакомбы. Игра громче тебя, а так вроде все хорошо. Так, игра громче меня. Игра громче меня. Игра громче меня. Господи, как я не люблю вот с настройками этими всякими лазить, если честно. Так. Так, сейчас скажите, как... Сейчас получше должно быть. Да, я сейчас слышу, что получше. Привет, Оля! Мои дорогие, всех с Новым годом! Не могу с вами быть на стриме. Всем счастья, да побольше. Спасибо. Спасибо, Рюта, большое. Спасибо. И вам и счастья, и побольше, и успехов, и всего на свете. Всего-всего самого наилучшего. Какие же у меня классные зрители-то, господи боже. И сами поздравляют, и ВКонтакте присылают поздравляшки, видео. Смотрите, там кто-то стоит. Какой-то хер в окне. Вам видно? Окей, погнали дальше. Нам нужно как-то сюда... О! Тут все хорошо. Глава. Дом дьявола. А вот тут вот, видимо, начинается игра у нас. Да, Кристофер Харрисон. Можно еще раз, пожалуйста, скажу. Спирит, еще раз спасибо большое за 1000 рублей. А то такое ощущение, что я недостаточно внимания уделил, так как это огромная поддержка. Ёб твою мать, а ну-ка, сука, блядь, не кидаться. Такой поддержке вот прям нужно уделять внимание. Любой поддержке нужно уделять внимание, но вот, вот такой вот особенно. Поэтому спасибо большое, Спирит, спасибо огромное за поддержку Стримчанского. Все, а теперь продолжаем. Тут у нас стул. Тут этот даже на дом пока не похоже. Какая-то гробница. О, есть фонарик, отлично. Можно его включить, можно его выключить. Появляется он как-то странно очень. Все шкафы открываются. Тут какая... Что это за хуйня? Это форма для выпечки как будто. Сечете? Печенька в форме капли. Шикарно. Так, эта штука открывает. О, часы. Часы. Их можно крутить, вертеть. Эту игрушку тоже... Можно взять все игрушки здесь, можно взять. Все здесь можно взять, потрогать. Посмотреть, что кого. А двери все ли открыты? Открыты. Ох ты, блядь. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Швейная машинка. Причем старая такая, ножная, да, вроде еще? Да, вроде да, там педалька, на которую нажимаешь, и она крутится. Эх, старый я, что помню такие вещи. Кто ты?
Кто ты? На дьявола не похоже. Хотя... похоже на что-то похожее на дьявола. Окей. Это такое изображение в игре, или у меня что-то не так, как будто расплывается, хз, как объяснить? Ну, расплываться уж точно не должно. Типа, все что угодно, оно может подвисать, но расплываться не должно по-любому. Так, какая-то карточка. Приблизить, кстати, нельзя. Кристофер Харрисон. Мы, кстати, в доме этого Кристофера Харрисона сейчас находимся. Эпсилон, исследовательский институт. Дорогая мисс Шарлотта, цель этого письма — проинформировать вас, что что-то там. Спасибо, Кристофер Харрисон. Окей. Так. Ну ладно, что-то там проинформировать, что-то там Кристофер Харрисон и Хуярисон. Можно фреймрейт, кстати, пониже сделать. Может быть, поэтому у вас как-то расплывается. Можно сделать на 60, то есть залочить его на 60 FPS. И может, тогда будет получше. Может, тогда не будет так сильно расплываться. Ой, кстати, извините, пожалуйста, я быстро вот сюда вот зайду и вот так вот сделаю. О, все, вот теперь можно спокойно играть. О, вот это да, вот это по-нашему, вот это ништяк. Все. Плавненько так. Значит, нормально все. Фонарик тратится, заряд в левом снизу углу. Хорошо, все, я понял. Понял, не дурак. Батарейки нужны... Ёб твою мать. Батарейки нужно экономить, но сначала нужно их найти. Ну, тут наверняка есть батарейки какие-то дополнительные. И вот когда найдем все батарейки, чтобы понимать, сколько именно нам нужно экономить этих батареек... Будем их экономить. Эта дверь закрыта. Хорошо, эта дверь тоже закрыта. Сейчас по законам жанра что-то должно напугать, потому что очень-очень давно ничего не пугало. Ты не сохранил настройки. Да ёб твою мать, в смысле не сохранил настройки? Я же сохранил настройки. Ну, кстати, мышка сохранилась, а фреймрейт не сохранился. Понял. Во. Нормально. Ну, кстати, FP... Вот сейчас как будто... Что-то не так, как будто подергивается. Не хотел бы в таком домике жить. А кто хотел бы? Разве что дьявол, который живет в подвале собственного дома. В конце мы все одинаковые. Ёб твою мать, это что за хрень? Ладно, у нас должна быть какая-то подсказка, как решить это дерьмо. Единственное, что я не попробовал нажать вот здесь в доме, это компьютер. Поэтому давайте вернемся в эту комнату и посмотрим, что тут. Ага, логин и пароль. Ясно. Что у нас здесь? Ой, смотрите, там что-то написано. Какие-то символы сверху, видите? Опять загадки. Сейчас FPS норм стал, совсем отлично. FPS поднялся. Ё-моё, значит, надо... Ох, капец. Короче, понял. Ладно, ну, в любом случае, очень хорошо, что у вас все хорошо стало. Если что-то будет не так, говорите мне, хорошо? Так, тут еще что-то... Институт исследований, геном... Исследование генома, что-то там. Пиксель, если ты хотел, кстати, эту игру скинуть, наверняка ты видел где-нибудь прохождение, может быть, какое-нибудь. Если хочешь подсказать, я буду только рад. Окей. А ты чё оранжевый? Я не знаю, так лучше? Все четко и плавно. Отлично. Отлично, ребята. Супер. Ну, значит, можно будет такие настройки стрима оставить на совсем. Пусть будет так. Пусть работает. Ух ты, блядь, сука! О, черт! Окей. Чатик, любимый, я Новым годом. Том и Русик, я вас очень люблю, с Новым годом. Чтоб ваши мечты исполнились. Фух. Простите, пожалуйста, за столь бурную реакцию. Это сык стал апельсином, я просто переел мандаринов, поэтому и оранжевый. Аноним, спасибо большое за 1000 рублей. Спасибо за поддержку стрима, спасибо огромное. Я почему-то так думаю, что аноним — это Рюта. Не знаю почему. Вот что-то мне так кажется. Почему-то. Вот, в любом случае, аноним, кем бы ты ни был, можешь показаться в чате. В чате покажись. Спасибо. Можешь не показываться, раз ты аноним. В любом случае, мы тебя тоже любим.
Я уверен, говорю за всех сразу. Спасибо большое. Спасибо, что ты смотришь. Спасибо, что ты поддерживаешь. Спасибо, что ты с нами. И спасибо большое. Спасибо за поздравления. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом, с Новым годом. Аноним просто золото на этом стримчанском. Ну так... Так, что нам делать надо? У меня задач, кстати, никаких нет. Найти пароль? Разве что. Ну а юзернейм? Добро пожаловать. Подожди, кстати. А, тут прям нужно вводить. Пикак. Пароль S. Не, не проходит. Неправильный пароль. Черт. А вот 20SF7A. Это похоже на символы, кстати, которые были внизу в подвале, если честно. Может быть, туда надо сходить? Что-то проверить. Поздравляйте, поздравляйте в чате. Давайте, активничайте, пожалуйста. Это, видимо, рога сына дьявола какого-нибудь, не знаю. Иначе что они на стене так? Типа как семейное фото. Сечете? Дом очень странный. Ощущение, будто мы даже не в доме каком-то. Я не знаю, будто это какой-то, ну, типа, какая-то пещера. Хотя там была дверь, мы входили в дверь. И вот здесь вот, смотрите, есть еще одна дверь. Это стопудово дверь. Но она почему-то не открывается. Здесь какой-то супер тупик. По ощущениям, будто здесь должна какая-то потайная дверь еще быть. О, фонарик скоро отрубится. Да-да-да, я уже начал его экономить потихоньку. Том, есть сообщество ВК, сайт, где ты ищешь новые хорроры? Есть сайт IGG, я постоянно туда захожу. IGG.com, там захожу во вкладку «Хорроры». Также ищу в Стиме. Ищу в Стиме под тегом. Постоянно. Вот. Поэтому, ну, короче, на IGG там чаще всего выкладывают новые инди. Вот. At the end, we are all the same. То есть в конце мы все одинаковы. Мы все равны. В конце. И что это значит? То есть... Блять. Пипец, загадки. А где подсказки к этим загадкам, скажите мне, пожалуйста? Где подсказки к этим загадкам? Снова загадки, блять. Загадка на загадке. Господи. А можете объяснить, о чем игра, переводить на русский лень? Да тут на самом деле не очень понятно. В описании есть описание игры, в смысле в описании стрима. Можете просто в промпт ввести, Соня. В промпт. В Google, блядь. Простите, промпт. Я, походу, реально стар. Очень стар. Так, смотрим. А фонарик уже вырубился. Зашибись. Отлично просто. Кстати, снизу что-то написано на часах. Ин... Что? Гиргит. Может, тут что-то на жопе у слона будет написано, нет? Непонятно. Абсолютно непонятно. Это та дверь, в которую мы вошли. И это прям самое начало. Тут просто картина. И непонятно, типа, что это за картина, за что отвечает. Там, где комп, на стене пароль, сбоку на тумбочке карточка с именем. Вы думаете, там просто по имени и фамилии будет? Или что? Вы думаете, тут пароль? Кристофер Харрисон. Но тут пароля нет. Бля, как неудобно крутить это говно. И даже приблизить нельзя. Короче, Кристофер Харрисон. Юзернейм. Кристофер. Пароль. Харрисон. Это будет слишком очевидно. Не, это не то, стопудово. Походу, где-то что-то еще есть. Мы что-то где-то пропускаем. Тут куча бутылок. Чувак любил выпить, походу.
Пароль на стене на бумаге. 20SF7A. Это пароль. Хорошо. А юзернейм? Кристофер Харрисон? Обычно юзернейм без пробела пишется. Логин может быть Эпсилон. Блинский, блин, не знаю. Черт. Давайте думать вместе. Могу подсказать? Конечно, конечно, Шушуня, конечно, подсказывайте. Если я прям сильно-сильно туплю, уже вот такой вот сижу, как дебилоид, то лучше подсказывайте, так будет проще гораздо. О, кстати, я тут не открывал шкафчики, смотри-ка, тут что-то есть. Катушки какие-то. Еще документы. Это какая-то хрень. Кто вообще такую штуку в шкаф кладет? Ужас. Надо дверь открыть внизу, где кубики. Хорошо, а как ее открыть? Есть какой-то пароль? Мелкаджи написал, я не увидел. Нет, он сказал, может. Ну, давайте введем. Кристопхер Харрисон. Кристопхер Харрисон. И какой там пароль? 20SF7A. Не, ни хрена. Мне почему-то кажется, что... Привет, темная сторона счастья. Привет. А мне почему-то кажется, что нам реально нужно сначала вниз спуститься. Там вот эта вот фраза, типа, в конце все одинаковое, там что-то такое. Мне кажется, вот нам просто нужно выставить какие-то одинаковые символы, если честно. Тут всего 4 символа. Потому что кубик, типа. 4 символа. А, хорошо, а какие именно? Может, плюсики везде поставить? Пусть будут плюсики. Типа в конце все одинаковое. Значит, такие, как стояли в конце, наверное. Ой, а тут нет плюсика, смотри-ка. Так, значит, не плюсики. Типа нам нужно сделать так, чтобы все это одинаковым получилось. Ну, давай тогда начнем с кружков. Кружки вроде везде были. Плюсики точно нет, потому что вот здесь плюсик пропущен, видите? Но зато здесь есть кружок. Видите, плюсика нет, значит, уже точно не тот пароль. Так, кружок, 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 кружок. Пожалуйста, хоть бы везде были кружки, пожалуйста, иначе слишком... Блять! Ладно, не кружок. Значит, вот эти штуки. Если не они, то треугольники. Все. Есть. Окей. Это кресло какой-то Сары. Ух ты, блядь. Окей. Спасибо большое за капельку донатика, Ирина. Спасибо большое за поддержку стрима. Спасибо. Капелька донатика. Звучит так мило. Ой, там какая-то рожа слева вверху. Видите? Я имею в виду не вебку, я имею в виду на фотографии. На фотографии какая-то рожа странная. Угу. Так, ладно. Тут у нас юзернейм модегик. Модегик. Запомните, пожалуйста, это юзернейм. Пароль, скорее всего, все-таки вон там вот на стене был. О, батарейка. Плюс 15%. Вообще плюс 25% на самом деле. Ну да ладно. Модегик. Пойдемте испробуем. Нихуя себе. Извините, а вы кто, сэр? Сэр, сука! Дверь открылась. Тут кто-то был только что. Ладно, пока туда не пойдем. Там какая-то большая часть дома очень открылась. Я туда не хочу. Давайте сначала введем логин и дверь еще с собой закроем нахрен. Так, модегик. Модегик. Пароль. Так, а пароль какой? Привет, привет, ребята, всем, кто только пришел. Привет. 20SF7A.
2-0-SF... Не, нихуя не получилось. 2-0-SF-7-A. Не тот пароль, а что за фигня? Подожди, 2-0-SF-7-A. Ну-ка, давай скопируем, ставим сюда. Нет, ребята, не то. Значит, все-таки нам нужно пошагово эту игру проходить. То есть сейчас нам нужно было зайти туда. Может, не 0, а О? А ну давай, давай, давай еще раз. Давай. Хотя это похоже на пароль, на самом деле. Это, да, это О, ребята, это не 0. Это О. Модегик. 2. Подожди. 2 О. С. Ф. 7А. Не, не заходит. 2, подожди. О. СФ7А. Нет, ребят, не хочет. Не хочет заходить. Значит, все-таки и правда нужно пошагово. А значит, пойдемте вот... Простите, пожалуйста. А, значит, пойдем сюда, откуда вылез этот говнорез. И посмотрим, что у нас тут есть. Тут какой-то крест, тут комната с телеком. Телек работает? Нет. О, Батарчанская. Спасибо. Фотография какой-то девочки. О, блядь. Слушай, а довольно жутко тут все, если честно. Вот здесь как будто тоже проход какой-то должен открыться. То есть что это за вот эти вот уголки в комнатах прям пустые? Очень жутко, очень давящая атмосфера за счет того, что звуков нет. Золотая ванная, золотая плитка, ни хрена себе. Так, тут у нас зубная щетка. Ох, блядь. Ох, блядь. Ох, блядь. Йо. Простите, не привыкла донаты с телефона. Еще раз всех с Новым годом. Мой любимый стримитель. Сногсшибательная ёчка и великолепный чай. С Новым годом. Как интересно только что получилось. Сразу три события за буквально 10 секунд произошли. Рюта, да ничего страшного. Ты могла просто в чат написать, понимаешь? Лучше купите там еще что-нибудь попить. Пить вкусного, шикарного. Ну вы чё, 1000 рублей, это еще одна. Боже мой, спасибо вам огромное. Конечно, я это очень ценю. Конечно, мне очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, Рюта, за 1000 рублей. Спасибо за поддержку Стримчанского. И Бендер Родригес за 200 рублей. Спасибо. Прям вот, прям подстроился под донат Рюта, а? Вот прям в одно время пришли донаты. Интересно, может это так этот Donation Alert залагал или что-нибудь типа того? Я не знаю. Да, с задержкой что-то немного донат прилетел. Простите. Я вот эти задержки всякие ваши не контролирую. Простите, пожалуйста. Тут какой-то хрен меня напугал отсюда. Это было стрёмно, пипец, но тупо. Очень. Вылетел какой-то тупой скримак. Разраб, исправь, плиз. Шучу, прикольно было, на самом деле очень страшно. Видимо, так получилось. Бендер, спасибо тебе большое, тебя тоже с Новым годом. Всех с Новым годом, Рюта, мы тебя тоже любим. Все, отдыхайте, пожалуйста. Хотя, конечно, можете смотреть стрим, если вам так больше нравится-то. Но в баре же нужно танцевать, зажигать, отдыхать. Юрий, спасибо. Каждый по капельке и будет красиво. С Новым годом всех, вы лучшие ребята. Спасибо большое, Юрий. Спасибо за 40 рублей. Спасибо за поддержку стрима. Господи. Ну что вы меня прям в краску все такие вгоняете-то, а? Своими донатами. Боже, какие вы крутые все. Вы чё? Вы чё такие крутые-то в этом новом году? Не-не, молодцы, продолжайте. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо, Юрий, спасибо, Бендер, и спасибо, Рюта, за 1000 рублей. Спасибо огромное за поддержку стрима. Ребят, я немного битрейт пониже, потому что у некоторых из вас может подгружаться. Даже если сейчас не подгружается, то может подгружаться потом, а это нехорошо. Вот, если качество совсем упадет, скажете, что оно упало, окей? Okay? Когда сел телефон, но стрим поглядеть охота, зашла с Акка сына. Подожди, а это кто?
Не хватало еще, чтобы ты наши задержки контролировал. Во-во. Было бы странно, скажите. Так, вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Что-то там. Вера, надежда, любовь. Что-то там, где-то там. Это что за хрень? Какие-то очень странные рисунки. О, а такой символ я уже видел круглый, видите, сверху? В той пещере. Помните? Верь в себя. Клево. А, это Оля. Телефон отжала у сына. Бедный сын. Господи, это же абьюз. Домашний. Ой, какая красавица, посмотрите. Лесная нимфа, наверное. Так, а давай посмотрим, что у нас в шкафах. Шкафы у нас не открываются. Зачем нас сюда привели-то вообще? Если здесь ни хрена не открывается. Есть еще какое-то место, куда мы не заходили здесь? Ну, сука! У. Окей. Нет, только ванная. Кстати, в ванной мы тоже ничего не взяли. Тут есть таблетки. Ну, открыть их нельзя. Не... Ой, они зависли. Прикол. Прикол, таблетки зависли. Ладно. Может, в туалет сходить можно? Ладно, нельзя. Нельзя. Мыло. Так, его нужно уронить. Как уронить мыло? Никак. Ах, так, началось, я не арбузер. Сыну это скажи. А, Люцифер, привет. А, мелкая, да, я тоже видел. А, Наталья, привет. А, привет, ребята, всем. Еще раз, кто только пришел, всех с Новым годом еще раз. И приятного просмотра. Усаживайтесь тут поудобней. Туды-сюды. Вот. Ну, бля, в этой комнате должно что-то быть. Не просто так эта комната здесь, не просто так здесь так много рисунков. Нужно хорошенько осмотреть все эти рисунки. Может, эти шкафы как-то все-таки откроются, потому что, ну, типа, не камильфо. Что-то все открывается, а здесь не открывается. Там вилка какая-то. Очень странные картины. Очень странные картины. Вот это меня смущает больше всего. Так, там у нас ничего. Так, ладно, что ж там дальше? Не успеваю ничего, все кардинально изменилось в прошлом году. Да ничего, ничего страшного, графин, ничего страшного. Будете успевать тогда, когда будете успевать. Логично же, нет? Привет, как дела? Как Новый год отметили? Привет, Мими. Хорошо, все нормально, спасибо. А может нам точно, может нам теперь нужно выйти и вот... Сука, нахуй, ты что, блядь, делаешь со мной? Так, это куда-то проход. Проход куда-то наверх. Это что за часть дома? Я тут еще не был. Хо. Тут такие... Тут очень мало звуков, понимаете? Из-за этого, когда любой звучок происходит где-то у меня в наушниках, я пересираюсь как говно. Любой звучочек. И мне уже страшно автоматом. Прям сильно. Ой, графиня, поздравляю. Ничего себе, молодчинка. Стеф, привет. Игра про дом дьявола. Вкратце. Про дом дьявола. Тут непонятно на самом деле. Ну вот мы куда-то что-то пришли, какой-то там ритуал кто-то где-то проводил. Мы на все это... Странная дверь. Очень. Она что, каменная? Проводил кто-то ритуал какой-то, мы это все увидели. Потом, судя по всему, убежали оттуда. И вот пришли в какой-то дом. Пришли, короче, в какой-то дом. Так. Тут на столе что-то лежит. Кассета, смотрите. Пожалуйста, наденьте пленку. Ладно. Используем. Пожалуйста, присядьте. Так, как вас зовут? Спасибо, я Кристофер Харрисон. Привет, Крис. Расскажи о своих исследованиях. Я генетический инженер. Работаю что-то там на кого-то.
Около 10 что-то там каких-то крутых проектов. Правильно. От каждого по капельке. Вот и я капну тут. Обожаю тебя, Том. Ты супер. Очень замечательно, что у тебя стримы каждый вечер. С наступившим тебя Новым годом. Полина, спасибо большое за 80 рублей. Спасибо, Полинка. Полка. Полинка-полка. Спасибо за поддержку стрима. Спасибо огромное. Спасибо. Я рад, что и вам нравится тоже. Вас тоже с Новым годом. Счастья, здоровья. Короче, какие-то там трансплантации. Я очень много базарю, я знаю, но, ребят, сорян, это стрим. Если хотите прохождение смотреть, то лучше вам поискать прохождение без комментариев, хорошо? А я вам немножко вот сейчас, чуть позже, вкратце объясню, что я понял. Но я ничего не понял. Ой, что-то там началось. Короче, какие-то исследования генетические, что-то там вот Кристофер Харрисон, он проводил эти исследования. Тут какая-то шняга. Сейчас нас кто-то напугает, скорее всего, в окно. Ёб твою мать, это что там? Это дом? Походу, это все этот дом. Тут у нас видак. Дверь не открывается, значит, нам нужно искать 1914. Это что? Неужели это пароль? 1914. Походу, это пароль, друзья. А ну-ка, блядь, только, блядь, тут попробуй напугать. Пароль на стене. 1914. Уи! Лады? Лады, мне страшно. Что делать? А, и нам через весь дом, да, нужно... Точнее, через подвал нужно, походу, пробегать назад. А может, нам спрятаться нужно? О, сука. О, сука. Чё за звук? У меня мурашки от него. Привет, бро. Хочешь качественные кликабельные превьюшки? Спасибо, Кинолав. Не нужно. У нас нормальные обычные превьюшки, к которым уже все привыкли. Но спасибо за предложение. Куда нам теперь идти? Тут не открывается. У меня сейчас фонарик сядет уже. Таким макаром. Все-таки мне кажется, что что-то здесь. Ну хоть одна дверь должна открыться. Ну что за фигня? В описании про оккультизм ничего не сказано. Там вроде написано про внеземную жизнь. Чего? Эй, Виталий, what the fuck? Я... Спасибо, у меня детей навалом, на самом деле. Здесь. Так. Не сюда. Значит, может, в окно, может, через окно вылезти нужно. Что за диван? Зачем он здесь стоит? Почему здесь моргает все? Почему я сюда могу посмотреть? Может, это все? Может, это конец игры, и типа дальше мы никуда пройти не сможем? Шушунь? Шушунь, а ты тут? Шушунь, нам помощь нужна. Фонарик сел. Но пришли мы отсюда, точно. Как нам теперь вернуться назад? Я думаю, через подвал. Не открывается. Не знаю, ща поищу. Ладно, хорошо. О, какая музыка. Ребят, там почти 100 человек на стриме. Я напоминаю, что стримы у нас каждый день проходят. После 8 вечера по московскому времени. После 8 вечера. Окей? Это 20:00 по Москве. Вот. Вы можете приходить, можете там смотреть, если вам все нравится, окей? Каждый день они проходят, так что не переживайте. Завтра стрим тоже будет. Вот.
И если вам нравится, можете лайком поддерживать. Мне будет очень приятно. Я, конечно, тупой иногда и очень много пизжу во время стрима. Ну, в смысле, пизжу, в смысле, ртом, а не вру. Но, говорят, у нас тут... Говорят, стримы у нас тут интересные, так что... Так что главное, приходите. Главное — вкусно питаться и радоваться еде, которую ты ешь. Этого точно хватит на Сникерс. Этого точно хватит на Сникерс. Спасибо, Полинка. Спасибо еще за 100 рублей. Спасибо. Спасибо за Сникерс. Боже, я аж Сникерс захотел. Что со мной не так? Подожди, как будто... Может, толкнуть надо что-то? 1914. Может, куда-то подойти нужно. Полинка, спасибо большое за сотню. Спасибо за поддержку Стримчанского. Огромное вам спасибо. Спасибо. Я рад стараться. Рад стараться для вас, для тех, кому нравится. Рад. Правда, честно. Был бы не рад, не старался бы. Хотя я и так не стараюсь. Я просто такой, какой есть. Ой, ой. Я, кстати, знаете, что заметил? Тут модельки так некачественно размещены вообще повсюду. Повсюду текстура в текстуре застревает, там что-то еще где-то. Я вот думаю, что вполне могут быть тут какие-то баги. Может, картину надо подвинуть какую-нибудь? Или, может, идти на свет? Это была шутка такая. Какая шутка? Какая шутка? Че, не нравится, да, Шахабедин? Эх ты. Ладно, ребят, всем удачи. Что-то поплохело. Температура, видимо, всем удачи. Соня, выздоравливайте, пожалуйста. Не болейте. Не болейте, ребята. Самое главное. Непонятно, ни хрена. Кстати, плоховастенько, что в некоторых хоррорах не написано задание. Задание должно быть всегда, даже в таких вот хоррорах обычных, казалось бы. Потому что бывает, что ты тут бегаешь, что-то там тупишь. Вот, задание должно быть написано, как по мне. А, про лайк я сказал? Да, сказал, но там ничего не прибавилось, так что ладно. Больше говорить не буду. Хотите поставить, хотите не поставите. Я хожу с одного места в другое уже кучу часов. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Поэтому давайте немножко подождем. Может быть, кто-то из чата поможет нам. Можно пока поболтать, хотя мы и так болтаем. Ха! Хо-хо-хо-хо! А мы смотрим, как ты ходишь, и думаем. Так, ну чтоб вы понимали, вот, я уже все комнаты обошел здесь. Может, нужно 1914 раз открыть какую-то дверь? Ой, смотрите. Тут полки открывающиеся. Маленькие. А, нет, большая. Тут как будто что-то лежит. Или это просто отблеск такой? Почему вот эти полки не открываются? Это странно. Типа тут так много белых полок. В этот момент пропущен, чел говорил, что бродил в темноте и как-то вышел. Бродил в темноте и как-то вышел. О! Видали? Через текстуру можно было просмотреть. Я сейчас через дверь просмотрел. Мне кажется, нам сюда. Вот не знаю, жопой чую, что нам сюда. Тут дверь даже отличается. Хотя понятное дело, что это просто текстуры коряво наложены. Очень. Либо сюда. Давай, короче, в каждый угол забиваться. Куда-нибудь да выйдем, я думаю. Будем надеяться.
У меня от этого эмбиента мурашки по спине идут. Ну, блин, можно было покруче, но такой нагнетающий звук. Нагнетающий. Как будто сейчас что-то произойдет, но ничего не происходит, и я уже даже ничего и не жду, по сути. Я просто хочу выбраться на окрен. Блин, знать бы, в какую часть коридора он, типа, заходил хотя бы. Ну, я про того чувака, который в темноте как-то вышел. Ну, блин, по логике нам нужно вернуться сюда. То есть мы нашли пароль. Нам нужно вернуться в подвал. Нам нужно вернуться в подвал, чтобы обойти назад все это. Либо пройти в ту дверь, которая там, в комнате с телеком. Не, Пиксель, нифига не выбрались. Помощи нам, пожалуйста, помощи. Просим. Просим. Мистер Пиксель. А музыка, кстати, очень напоминает в Land of the Dead. Почти такая же была музыка в игре про зомби 2005 года. Немножко напоминает. Там тоже такие звуки были. Может, где-то тайный ход есть? Возможно, но я не знаю, я не могу его найти. Всем, кто садится кушать, приятного аппетита. Кто садится пить чай, приятного чаепития. Лично я сажусь пить чай и кушать тортик. Значит, приятного тебе чаепития и кушанье тортика. Тортика. Кушанье тортика. Я не помогу, не играл и не поиграю. Комп говно. Я думал, ты хотя бы нашел там что-то. Ребят, 97 человек здесь. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Буду очень благодарен. Серьезно, я вообще без понятия, что делать. 1914. Давайте логически подумаем, что ли. Ну, блядь, логически должна была открыться какая-то дверь. Либо где-то здесь в темноте, может быть, есть какая-нибудь дверь, которой не видно. Где-то здесь. Нет. Привет, Энсу. Буду отдыхать после работы и смотреть любимый стрим. Пожалуйста, пожалуйста. Приятного просмотра. Либо вот эта дверь. Но она вообще никак не открывается. То есть она не реагирует на открытие даже. Вот как смотреть через текстуры. Я нашел способ. Пробраться через текстуры наверняка не получится, но давай попробуем. Вот эта дверь меня смущает. Нет. Ну, вообще, там есть какой-то шкаф или что-то похожее. Вон, видите, впереди. Ну, не знаю. Похоже, все-таки не эта дверь. Что-то мне подсказывает, что нужно возвращаться через подвал. А красный коридор слева в конце ничего нет? Да нет. Слева в конце вот здесь. Тут есть шкаф, но... Просто шкаф. Здесь тоже не пробраться. Тут видно все эти постройки. То есть это постройки... О, бля, через текстуры как все просматривается. Сюда тоже нельзя. Там вон ландшафт видно, пипец. Игру, короче, на коленке, видимо, мастерили. Я не знаю. Походу. А вот выход в подвал. О, ёб твою мать! И телек включился. Я говорю, нам сюда надо было. Сейчас как-нибудь залезем. Видели, телек врубился. Вот, блядь, вот логически просто подумал, что нам нужно сюда. Но дверь не открылась, сука. Как-то провалиться нужно через текстуру. В шкафчике? Ну, я не видел. Нет, по-моему, там ничего нет. Может, там ключ, конечно, был какой-нибудь. Но нахрена ключ для той двери, которая была открыта уже?
Так. Давайте ломать игру. Давайте ломать игру, друзья. Попробуй диктофон еще раз. Да нет, там нельзя нажать на кнопочку, чтобы воспроизведение шло снова. Пожалуйста, используйте пленку. Так, а мне интересно, а если я... если я немножко... Ну, то есть выйду, перезайду. Другой угол переться. Ну вот, уперся. Но не прохожу все равно. Там еще какие-то коридоры. Ой, смотрите, там что-то даже видно. Можно было что-то разглядеть. Сука, вонючая игра, пипец. Все, ты мне не нравишься уже автоматом. Походу, игра забаковалась. Да, давай попробуем выйти в меню. Там было, там был пункт про, ну, типа, продолжить игру. Я думаю, она автосохраняется, скорее всего. Давай попробуем. Ну, интересная очень. Очень. Нет, сука, нет. Ну нет, блядь. Не автосохраняется, ясно, понятно. А, ключ находит. Ой, Шушуня, спасибо. Ой, спасибо. Ну что ж, побежали. Побежали. Туда, куда нам нужно было. Как это пропустить? Никак. Ну ладно. Ключ в шкафчике, понял. Короче, просто не буду тратить фонарик сейчас. Это, видимо, моя ошибка была. Вон, смотрите, видите? Тут что-то происходит. Кого-то сжигают. Ну, это вот вам напоминание про то... Короче, представьте, что первая серия короткого сериала, то есть первой части игры, кончилась. И сейчас мы будем проходить вторую. Мы очень-очень быстро побежим туда, куда бежали. Окей. Туда, где остановились, точнее. Тут на самом деле не так уж много всего мы тут понаделали. Это будет быстро. Кстати, давай засечем даже, за сколько я до туда добегу, зная, что, как, где проходить. Мне прям интересно. Ну, игру можно пройти, значит, это хорошо. Так, все. Побежали. А, сюда нам пока нельзя. Эту штуку берем здесь. Возвращаемся назад. Ясно, нам надо до конца дойти. Алена, приветики. Так, ага, equip the key, to unlock, бла-бла-бла. Лады. Лады, лады. Лады, 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 ды-ды-ды. Отлично. Вот, сейчас спустился трупак с другим ключом. Сейчас заберем у него ключ. Йоу, йоу, чувачечий. Так, забираем, спасибо. Бежим сюда, открываем дверь, и все. И мы проходим уже к этому дому. А там, на самом деле, мы не так уж много всего прошли. Там у нас, по-моему, треугольники, да, были в пароле? Или нет? Не треугольники. Красиво листва на ветру. Колышется. А Визинскери мы прошли вроде. Вроде прошли. Ой, что-то упало. Ой-ой-ой, как страшно. Бляха-муха, прям не могу. Вообще жопа разрывается. Тут смотрим. А тут, по-моему, ничего не было. Да, ничего не было. Сюда заходим. Тут пусто тоже. Вроде. Угу. Фонарик у нас на 100%. Отлично. Тут у нас компьютер. Сюда пройдем, пробежимся, проверим, что двери все закрыты. Окей, закрыто, окей, закрыто. Вы, кстати, к этим готовьтесь, там, к скримакам. Они будут в тех же самых местах, где и были. Вот, поэтому будут не страшными. Так, теперь нам нужно вниз в подвал. А, и... Подожди, стоп. А, вот, вот это, да, пароль? Ага.
Угу. Так. Во, блять. Вводим. Окей. Дверь отворись. Отлично. Тут мы взяли Madegeek. Значит, пароли не меняются. Значит, пароль 2014. Кстати, мне интересно, а сможем ли мы игру пройти, если сейчас введем пароль? Слышь, бля, а ну-ка пошел сюда, блядь. Пошел, сказал. Где ты? Где ты, говняха? Кстати, батарейки можно пока не трогать, то есть у нас очень много заряда. Побежали сюда, сейчас будет скример. Готовься. Спасибо. Спасибо, мистер Скример. Да, странно. А в этот момент в прошлый раз куча донатов было, сейчас нету. Значит, игра все-таки меняется по ходу. По ходу прохождения. Так, здесь у нас, по-моему, ничего не было. Нужно возвращаться. Ух, сука, бля, ладно, испугался снова. Ты неплох, неплох, скримак вонючий. Гад ползучий. Вот мы в том же самом месте, где были только что. Тут у нас закрыто, здесь у нас закрыто. Сразу давай посмотрим. Стоп. Ребята, а тут нет полки. Она, походу, потом появится. Видите, тут нет полки, поэтому я сюда и не шел, не проходил. Прикольно, ладно. Фонарик не тратим. Идем дальше. Кассета. Слушаем. Окей, юз. Окей. Please take your seat. О, пожалуйста, присядьте. So, what's your name? Thank you. I am Christopher Harrison. Меня зовут... Hello, спасибо. Christopher. Please tell me about your field of research. I'm a genetic engineer. I work for Epsilon Research Institute. I have contributed to over 10 global research projects. Мамзель, как обычно. А зачем тебе уведомления, если можно просто прийти после 8 вечера? Я вот, кстати, не понимаю. Я уже столько лет вам говорю одно и то же, что у нас стрим в 8 вечера по московскому времени стабильно. Вот в это время, либо чуть позже. А вы все равно ждете уведомления. Все равно ждете. Это странно. Уведомления для слабаков, конечно. Окей. Well, we do have a copy of your paper. And we have looked upon it quite extensively. Потому что некоторые не всегда ведут стрим, и не всегда вовремя. Не всегда вовремя, да? Полинка Полка, спасибо большое за 22 рублика. Спасибо за поддержку стрима. Спасибо огромное. Спасибо. Мини-донатик. Не всегда вовремя, это да. Но всегда в 8 вечера по московскому времени, если вы не замечали, всегда абсолютно стрим уже запланирован. Он может переноситься, но он уже запланирован к этому времени. Вот о чем я. Так что не надо мне говорить тут, что я опаздываю. Я опаздываю хорошо, окей. Но стримы запланированы всегда в то время, как я и говорю. Вот. Так что не надо мне тут, окей? Че тут? Окей, подожди. Почему музыка не играет никакая? 1914. О, как страшно. Ого-го. Ну, видимо, у меня это не высвечивается. Но 1-2 января — это понятное дело. Я же предупреждал заранее, что стримов не будет. Не ищи лазейки, мамзель. Не ищи. Не ищи. Фонарик береги. А тут батарейки. Мы же не собирали все батарейки. О, как страшно. Ой, бля. Ой, боюсь я. Ой, как я жуть. А вот и ключ. Ключ в левой руке у меня. Интересно. Хорошо. Отлично. Дверь открыта. Супер-дупер. Подожди, давай возьмем батарейку, которая здесь лежит. Я думаю, мы сюда возвращаться уже не будем. Фонарик бережем. У, сука. Вырубить его не... Ух ты, бля. Нихуя. А ты кто? Кто-то там стоял, потом исчез. Ладно, чё, я же не гнусю, я лишь отмечаю. А вот, чтобы отмечать, нужно отмечать то, что должно быть отмечено.
Но почему-то вы не говорите, что стрим всегда запланирован в 8 вечера по Москве. Пусть я даже переношу, хорошо. То, что я переношу, вы можете отметить. Но стоит отметить. Все-таки стоит отметить отметку о том, что стрим отмечается в 8 вечера по московскому времени на главной странице канала постоянно. Так что не надо мне тута. Все, мы бежим к компу. У нас есть кот, у нас есть пароль, у нас есть собака. Модегик. Блять, медегик. Подожди, Блять, Mortal Kombat. Модегик. 1904... Да, сука, как пишется 1914? 1914. Окей, изи, мы вошли. Айся, ну ладно, ладно. У Тома хороший уход, чего? Какой уход? Духота. Окей. Я зашла и лайк забыла поставить. Ужас, ужас, ужас. Алена, ты чего? Слышь? Ой! Боже мой. Это его доча? А это скала? Так, что в этой папке таинственной? Господи! Это же адский подсвечник из слоновой кости. Боже, это фото какого-то коридора. Какие-то расчеты и символы. Божечки. Наш ГГ скала. Угу. Я написал, что ты отъел щеки. Ничего не отъел. Ну, может, немножко. И вообще, эта камера просто не так стоит. И вообще, подожди. Надо просто волосы зачесать наверх, короче, чтобы они стояли. Это дизель? Нет. А, смотрите, здесь еще что-то красное. Это похоже на какой-то то ли люк, то ли что-то. Томас на все в отказ ушел. Просто я сегодня немного борзее обычно. А че ты вдруг? Че это, а? Че это? С истребителем поругалась, что ли? И была права. Обычно борзеют, когда такие типа... Все, я в настроении сегодня всем вмазать. Сам ты нет. Это потому что не дизель, это скала. Все, я... Это скала. Так, смотрите, походу нам вот этот коридор нужно найти. Готовьтесь к скримакам. Сейчас будет страшнульки. А чё это не могу быть борзей? Настроение такое, а то я всегда сама интеллигентность. Ты сама интеллигентность? Да ладно, сама интеллигентность, ладно. Можно, только по теме, пожалуйста. Я же правда стараюсь всегда для вас. Ну вы чё, не любите что ли меня? Ой, дверь открылась, смотри-ка. Это что за хрень? На потолке текстур нету, кстати. Ладно. Это мы куда идем? Ёб твою мать, дратути! А сэра вы кто? Привет, Шухрат. Мистер сэр. И это все? Не говорите, что это все. Опять музыка нагнетает. Нет, не все, смотри-ка. Интересно. А это мы где? А это мы все еще в этом доме. Так, оттуда идет плохой звук, я туда не пойду. Фонарика, кстати говоря, у меня нет. Ладно, отсюда тоже идет плохой звук, но тут темнее, чем там, поэтому я пойду там, где светлее. Пойдемте. Дверь не открывается. Ребят, не забывайте про ваши супер шикарные лайки. Хотя бы сотню лайков наберем, и будет классно же. Или нет? Странная музыка. Сохранение? Ух ты, это первое сохранение, ребята. За всю игру. О, боже. Оу! Оу, да слышь, да не бей ты его, ну ты чё? И нам на это нужно смотреть, кстати. Чё, просто отшлёпал по башке другого чувака? Спасибо, Блэд. А тут можно прыгнуть. Но мне кажется, не стоит этого делать. Пойдем сюда сходим, посмотрим, что тут. Тут можно прятаться, друзья. Интересно. Нужен ключ. Окей. Не надо прыгать, минус ноги. Так.
Я ж спрятался, блядь! Ладно. А я-то думала, что тут происходит? Это просто боксерский клуб. Всего-то детей тренируют. Господи боже. Ужас. Так, все нам сюда. Сейчас тут хрен будет фигачить другого хрена. Я как кашнул. Мужик какой-то... Какой-то какой. Так, до свидули. А, сюда прыгать нельзя. Ладно, почему он там? H to hide. Тут, кстати, что-то светится. Эдди. А вот тут как будто проход есть. Нет, тут нет прохода. Походу, нам нужно сюда, и сейчас мужик сам откроет нам дверь. Да, вон он идет. Я думаю, что он может открыть нам дверь или нет. Вот это я испугалась. Так в смысле, не страшно же было, ни разу. Чего вы там боитесь? Вот дурацких стрёмных скримаков не боитесь, а вот этого типа боитесь. Чё за дела? Так вот что для вас... психологический хоррор. Когда за вами гоняется мужик с крестом, да? Ясно, понятно. Чё тут тусишь? Слышь? Слышь, чё тут тусишь? Да, ходит себе и ходит мужичок. Но он сейчас вообще остановился, блядь. И что нам делать? Когда за мной гоняется мужик, это не хоррор, то. Ничего не боимся, всем по яйцам дать и все. Мне кажется, у этого чувака может не оказаться яиц, потому что... Ну, потому что все-таки он какой-то... Такой, типа, сектант. Вдруг они рубят себе яйца сами, чтобы никто им не смог и по ним потом дать. И, ну, в смысле, чтобы никто им потом не смог по ним дать. Там это случайно нейрочка так тебя так наказывает за проступки. Какие проступки? Были бы проступки. Мужик, ты тупой! Ха-ха, пока! Блядь, сука, слышь. Нихуя! Ладно, значит, все-таки нам нужно было сюда бежать. Ясно. А вот как я мог это предвидеть и предугадать? Нам нужно было сбегать к этой яме. Привет, Викторыч. Нам нужно было, короче, к этой яме подойти, чтобы он нас скинул. Это супер странно. Типа, почему он не взял нас в руку, не пронес по коридору и не скинул сюда? О, господи. Боже мой. О, боже. Что это? Кристофер? Это Кристофер Харрисон. Тот чел с фотографией. Все хорошо, теперь ты в безопасности. Они тебя здесь не достанут. Окей, теперь я в безопасности. Круто. Ну чё сказать, ну чё сказать. Ничёшная игрушка. Но даже не знаю, всё как-то тут коряво. Было. Но на самом деле игра мне понравилась. То есть в целом все капец. Да, я говорил, я предупреждал, что это типа демки. То есть в этой игре доступна только одна глава сейчас. Но и тем не менее мы уложились с вами почти в полтора часа. Это хороший стрим, я считаю. Вот, коротенько. Да, коротенько. Ну, на этом мы будем заканчивать на сегодня, потому что я вам говорил, что если стримчанский идет, ну, плюс-минус полтора часа, то
то мы будем закругляться на этом. Вот. Но, тем не менее, наши стримы проходят каждый день. Об этом, пожалуйста, не забывайте. И каждый день в 8 вечера по московскому времени, если вам интересно, вы можете прийти и потусить, ну, типа, на главной странице канала, и там уже будет вот стрим наш готов, типа, запланирован. Вот. Эта игра. Что сказать об этой игре? Мне понравилось. Мне понравилось оформление вот здесь, в меню. Были скримаки, от которых я срался. Один, как минимум. От одного я очень пересрался. Подожди, даже два, по-моему. Даже два. Ну, короче, интересная игра вообще, на самом деле. Очень интересная и, ну, типа... Интересная в плане того, что это как хоррор интересно. Но было видно, что куча текстур, все вот друг на друга наложены. Как-то очень некачественно, как будто. Но... Так как это плейтест, это даже не демо, этот плейтест не в общем доступе, только лишь те, кто захочет поиграть, могут попросить ключи поиграть, вот. Но я решил, что мы с вами посмотрим сегодня на эту игру, и мы на нее посмотрели. Мне очень понравилось. С вами сегодня тут Тусиц. Надеюсь, вам тоже. С Новым годом еще раз всех. С Новым годом. Всем спокойной ночи. А в продолжение будешь играть? Конечно, когда выйдет, да. Когда выйдет, да. Вот, там еще я, кстати, запросил доступ к еще одному плейтесту, там какая-то игра интересная очень. Еще очень сильно хочу пройти Сигналис, но я думаю, что она вам не зайдет. И еще нам нужно допройти Калиста Протокол, кстати говоря. Вот там вот прям жесткач. Вот в нее я бы доиграл хорошенько, потому что в нее я месяц назад играл последний раз. Чтоб вы понимали. Вот. Так что, если хотите, Калиста Протокол, в Калиста Протокол можно будет поиграть с вами. Завтра, там, послезавтра, не знаю. Ну, еще, я думаю, решим это все. Вот, по ходу. Если... Если что, если там что, следите за группой ВКонтакте, там все новости, я там, может быть, опрос устрою, может быть, о том, в какую игру мы с вами поиграем на следующем стриме. Вот, ну, ты в роликах говорил, пройдешь, ну, ролики записывать надо сидеть. Ну, блин, короче, не знаю, что делать, но игр еще у нас есть разных. Поэтому приходите по-любому каждый день после 8 вечера по московскому времени. А с вами был Томас, мы проходили игру The Ninth... Подожди, как она там называется? The Ninth Charnel. Было весело, было интересно. Увидимся с вами на следующем стриме. Каждый день после 8 вечера по Москве. Счастливо, ребята, и до следующих стримов. До следующих стримов.